Давайте там же, как весь концерт. Здравствуйте. Так приятно, Рома, выйти после этой группы и сыграть. В принципе, мы хотели выйти до, но у них, у этих пацанов, они все на понтах. У них жесткие условия. Разогрев играет после. Я еще расскажу об этом в паре интервью. Все про них расскажу. Я был у них в гримерке, я видел, что там происходит. Черти. Если ты эту песню слышишь, знай, ее придумал я. О том, как мир неровно пишет в ожидании дождя. Осталось сделать. Осталось сделать. И снова ждать, и снова жить листом тиска календаря. Одни идут, одни бегут своим обычным чередом. А люди так же мимо прячут взгляды стен от льдом, считая каждый. Я ускоряю, и воротник пальто шепчу слова, и думаю о том, что революционно, условно, не модно, сидите на залите, сжечь костры. Очередной. А мне найти бы ключ к тому, что называется тобой. Ты словно создана, и мне дана, чтоб быть моей судьбой. Но я не повернусь, оставлю за спиной. Начну учить тяжелое искусство быть самим собой. Революционно, условно, ремонтно. Бутином зарплаты, квартиры расписаны в амбардиях, как ты. Очередной звезды. А кто это у нас на сцене?
Ведь и